Тренировка по футболу. Старший брат тренирует младших. У Ильяса растяжка. Мам, ты 7. Я 7? Хорошо. А я никогда прошу, что я тоже буду тренироваться, потому что я тоже буду учаться. Хорошо. Ты 3. Молодец. Для разогрева, скажи, чтобы разогреться. Не в ту сторону разогнался. По всему полю бегает. Попробуй его догнать. Моя тоже очередь? Ну, давай. Мы так обрадовались, что свободное поле. Там никого не было. Мы только начали играть, и пришла команда футбольная. Тренироваться. Поэтому мы ушли на другое поле. Да? Здесь тоже есть ворота. Где Никлас? Во-первых, я хочу сделать липпа. А, в догонялке погонять? Угу. Погонять, побегать. Это для разогрева. Экс-хиппа. То есть икс. Что это такое? То есть, ну, смотри, когда тебя берут, тогда ты делаешь так. Ага, икс. Экс. Если это с мячом, тогда кто-то должен там ударить мяч. Ну, или же пролезть. Типа чудо. Ага, круто. Это вы так на тренировке, да, разогреваетесь? А потом нужно бить опять без мячей, кукапелька, полустая. Ага. Там надо брать, там это полустая, как мустака такая играет. Uh-huh. Берет мячей вместо этого, чем поймать. Окей. Okay. Ждем мальчиков. Так, разогрелись с Никласом очень хорошо. Я прям набегалась. 4 игры поиграли, да, с тобой? Теперь я веду мяч. Так, веду в ворота. Давай, беги. А, бежать надо? Ой, бежать мне неудобно. И что, забить мяч? Что ты мне его забрал? Это игра. А, игра такая? Ну я-то забью, если тебя не будет. Вау, какой красивый удар. Это что такое? Мяч убежал. Убежал из ворот. О, как хорошо, жарко стало. Да. А, и защищать, и забивать? Угу. Ага. А то... Окей. Мы отдыхали с тобой, да? Угу. Ух, как хорошо. Давай теперь ты попробуй. Забить гол. Нет, не туда, ты должна. А, я должна? А, я забирать должна? Да. А, у тебя? Ой, я не заберу, Зая. Ой. Ну, давай, давай, давай. Забей гол. Где твои ворота? Вот там. А, туда? Ну, я тебе забью тогда. Сейчас. Как я? Только мимо ворот почему-то. А так у меня хорошо получилось.
Даже ноги не задела твои. Элис, ты в моей команде. Мы забили один. Один? Разве? Mm-hmm. Два раза ты же забил. Нет. Один? Я забыл. Ну, да. Короче, а я сколько забила? Ты все заново, до пяти. А, все будем заново, да? Ну, я, наверное, два точно забила. Mm-hmm. Ага, сейчас у нас съедобная пауза. Mm-hmm. Перекусим, попьем водички и будем дальше играть. Да. Что это, зайка? Колечко? Да. У нас будет три игры. Три игры. Три матча. Мам, я помню. Мам, а сейчас я устарею пупу на край. Ого, аккуратненько. Сейчас покушайте и тогда начнем. Ротик должен быть пустой, да, прежде чем бегать? Ага, похоже, да. Полный, то есть, это, столько высоко, насколько можешь. А. И бегаешь. Колени высоко, да, так. А потом, и после, и до этого. И назад, да? Угу. Да. У нас тоже на физкультуре было такое упражнение. Вначале бегать. Да. Сначала бегать, потом колени вперед поднимать, потом колени назад. Кстати, пока мы тут тренировались и играли, вы заметили, что футболисты ушли. Тренировка там закончилась. Теперь уже просто пришли там поиграть. Девочки. Мама, или просто посидеть. Мама, это моя рука. Это твоя рука. Все, ты съел палец. Ну что, перекусили? Да, давайте, доедайте и тогда... Поиграем. Элис будет? Нет. Элис будет первый. Забрал мяч. Элис хотел на мячике посидеть. Здоровалась. Мам. Да. Кто первый, конечно, ты будешь, потом я, потом Лукас, потом Элис. Хорошо. Что? Нет, мама потихипа. Из старшего для дома младшего. Мама? Угу. Ну давай. Лукас, без мамы не можем начать. Лукас сейчас попьет водички. Давай, Лукасик, мы тебя ждем. Ну показывай, как это будем играть. Смотрите, вот так все. Иди, Олег, мы туда вдаль. Это нам. А, это ваши ворота, а там, с другой стороны, мои ворота. Ты в команде будешь с Никласом, а я буду с Лукасом в команде. Мам, да. Я тебя жду, зайка. Мам, я прям еще как-то я тянусь. Да, это было смешно. Сам себе ворота хотел забить, да? Вау, молодец. Даже не видел, куда попал. Давай скорее, молодец. Мою команду. Вау, как у них мяч летает. Так, ты со мной в команде, конечно, будем. Будем защищать. Вот это вот наши ворота, смотри. Мы должны просто защитить эти ворота. Да, это наши ворота. Нам нужно вот туда им забить. Вот туда. А наши ворота мы будем защищать. Я думаю, мы с тобой выиграем. Как ты думаешь? Я буду защищать. Давай. Ну давай. Сейчас я его кину. Берите. Нет, не ты, а Лука. Мам, иди туда. Давай. Лука себе, а там Мали пришел. А, я поняла. Это как это называется? Он бьет, да? Потому что мяч от вас вышел, теперь он бьет на поле. Да, это нечестно. Дай ему мяч, он будет бить. Подожди, я хоть в ворота пойду. Кто первый ударил?
1-0. Нет, не 1-0. Защищай ворота. Саня, игра уже. Ну давай. Товарищ ворота, кто ударил? Где мы? Если вам больно, тогда урежу. Ай! Упс. Мимо! Не забил. Так, мяч вышел от кого? От тебя. Ну как, ты будешь защищать ворота? Да. Конечно, он будет защищать. Ну-ка, смотри, когда идет от, не от нас, а от других, оттуда, например, или оттуда, смотри, если оно идет туда, ты должен взять и положить в любое место, где надо, например, сюда. Где ты должен сюда, как будто. Молодец, молодец, давай. Мам, не сдавайся, ты тоже играешь. Ну, я стараюсь. Ну, беги. Ты же смогла взять два мальчика. Нет, нет. Элиас молодец, защитил ворота. Возьми. А там кидай мне, кидай. Давай, давай, забираем его. У нас никого нет в воротах. Нет, нет. Теперь точно не забьет. Как красиво летят птички. Выстроились красиво. И летят таким стройным рядом. Буквой В. Латинской. Лукас, игра уже началась. Спасибо. Наишки, ты сейчас. Мам, ты пилота? Да, ты бросил, я хотела забрать у тебя мяч. Мам, ты пилота? Да, была. Ты сейчас висела в ворота? Нет, Лука защищал. У нас сейчас никого нет в воротах. Лука, твой шанс. Иди защищай, говорит. Ну давай я пойду защищать. Не давай ему забить. Я пойду ворота защищать. И Никлас на воротах. Поменялись. Ой, а ворота-то далеко. Надо бежать к воротам. Лукас, не давай ему забить. Лукас, не давай ему забить. Все. Все, все, все. Это было мимо ворот. Попей водички, казак. Попей водички. Теперь я буду бросать мячик. Как далеко мама бросила. Давай, давай, Николас у ворота. Я здесь в воротах. Николас заберет уже мячик. Классная игра это футбол, да? Нет! Беги, беги дальше! Беги к Никласу, Никласу ворота давай! Молодец! Умничка! Давай, 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 давай! Забивай ему гол! Лукас, давай! Не успел, мяч уже вышел за ворота. Молодец! Обиделся немножко. Ничего страшного! Давай, 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 давай! Не забьешь, не забьешь! Ля-ля-ля, мимо! Мимо, совсем мимо! Ой-ой, я ж упал, бедненький! Не ударился? Все, я забираю мяч. Молодец! Ну ты вообще, у тебя круто получается! Это ты сам придумал? Да.
Пойди к вам скажу маме. Давай, говори. Что? Скажи, что нельзя свое придумывать. Нельзя? Угу. Нельзя свое придумывать. У нас да. Никлас тренер, поэтому слушаемся Никласа. Да. Слышите, да? Никогда не научитесь на футбол до футбола настоящего, поняли? А я люблю хип-хоп. Тогда будет две тренировки. Сначала хип-хоп, потом моё. Ладно? Нельзя свое придумывать. Давай играть, что Никлас придумал. Точнее, он даже не придумывает, он берет все со своих тренировок. Все три бутылки сбил. Это новая игра, да? Новая игра. Сбивать бутылки. Поворотом покидали? Ну давай, я буду защищать. Эй! Вы вообще понимаете, что мы тут играем? Они уже играют свою игру. Сбивают бутылки. О, сбил. Элиаса бутылку сбил. Молодец. Это уже другая игра, уже перешли. Ворота перестали забивать, сбивают бутылки. Дай, зайка. Мы-то ворота кидаем. Как называется? Репетируем удары. Да. Мимо. Давай, зайка. Первое, где нужны мячи. Не запусти первое. Смотри, мам. Ага. Смотри, я первая. Пусть девочки пришли играть сюда. Давай ему ступим тогда. Мы уже долго играли. Уже скоро солнышко сядет. Смотрите. Все закончилось. Почти осталось только мной повторять. Повторяйте за Никласом. Игра закончили, теперь нужно повторять за Никласом. Да. Одна из игр с мячами. Мам, ты больше раз две медали. О, круто. Но мы сегодня молодцы, с Никласом особенно. Мальчишки как-то больше сами по себе, двойняшки. А мы с Никласом отлично поиграли. Прямо в голову? А потом берет. Нет, в лоб. А, в лоб? Все вы видели. Ага, не больно? Не больно. Точно не больно? Ну, я попробую. Ой, ну давай. Ой, а не больно? Угу. Еще? Угу. Пять раз. Пять? Три, четыре, пять. Все, готово. Ой. Как надо. Смотрите, как надо. То есть вот так. Коленкой, да? Да. О, молодец! У меня так не получится. Руки, надо шапку одеть, потому что ветерок на улице. Одевай шапочку. Одевай. Ладно. А ты? Давай, я сейчас попробую. Ой. Чуть ли не на локоть. Еще? Угу. Сколько раз? Пять, как всегда. Одно и то же? Один, два, три, опять два. Три, четыре, пять. Все готово. Ура! Ага. Ногой. Посмотри внимательно. Посмотри. Сейчас он покажет. Ой, как далеко. Одевай шапочку, зайка. Ты же уже одела один раз. Давай, я помогу тебе. Ой, так. Умничка. А где мячик? А, вот он. Я не видел. Не видел? Сейчас вот покажу. Такой. Показывай еще раз. Во! Во, супер! Вот. Я тебя увижу. Не надо на глазки шапку. Вот так. Молодец! Круто! Теперь я. Так. Эй, ты умеешь лучше меня! Я поймала. То есть три медали! И
в придачу три, то есть две зеленых карты. Эй, мяч! Мяч! Все? И сколько раз еще? Еще три. Один, два. И три. Все, пять уже. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем всего хорошего, здоровья и удачи. Пока-пока. Ты был тренером, да. Крутой день.